Кто так идет на рыбалку? Бежать надо, скакать на рыбалку. Рыбу ждут. Всем привет. Сегодня очередной выпуск уикенда. И сегодня мы с вами идем на рыбалку. Да, мы уже почти пришли. Вот оно, мое любимое место. Так что не уходите. Сейчас мы попытаем счастье поймать карпа. А может и сама. Как повезет. Наконец-то я нашел местечко. Сейчас я вам расскажу все секреты рыбака. Рыбаков секретов нету, как говорится, да? То есть нужно вызвать поводочек вот этот вот, да? Эти с двумя ушками. То есть поводочек нужно подготовить. Все готовится дома. Это самый главный закон. Потому что, чтобы не терять времени здесь, лучше все это подготовить дома. То есть вот у меня поводочек, на него я вешаю кормушку, грузик, чтобы потяжелее, потому что мы на реке, здесь течение. И к этому делу вешаем два крючка. Вот крючок один. У меня один побольше, другой поменьше. То есть, в принципе, вот одна снасть у меня готова. На одну удочку. Ловлю я на донку, если что. Так, одна готова. А самый важный вопрос — это прикормка, да? То есть, на что ловить и что бросать. Вот честно скажу, многие ловят на бойлы, то есть это такие шарики, я вам сейчас покажу. Я пока не очень это уважаю, то есть бойлы вот, если кто не знает, вот такие вот шарики, они бывают разных размеров. Да, то есть они вешаются, вот у меня есть специальные крючки, на веревочку под крючок, вот так вот, стопором, то есть делается дырка, шилом вот так вот, да, то есть протыкаешь эту хрень, протаскиваешь леску сюда вот и делаешь стопор. То есть она вот так висит. Почему не очень уважаю? Ну, потому что пока по моей статистике на всю химоту, что продают в магазинах, ни хера не ловится. Не знаю почему. И ведь не угадаешь, там столько ингредиентов сюда мешает, и фиг знает, может быть, это сегодня отпугнет, завтра привлечет. Короче, все, что связано с магазином, с бойлами, со всякими присыпками, это надо тестировать. По крайней мере, мне пока еще не везло ни разу. Вот я купил еще, буду тестировать. На сегодня я буду ловить на самую простую, дешевую. Самую простую, дешевую вещь – это перловые каши и кукуруза. Вот прикормка всех времен. Всегда работает. По крайней мере, в сезон, вот летний месяц, когда рыба активна, не хочет особо мяса, ей, в принципе, пофиг. Вот ей это вообще заходит. Вот ловлю третий год на кукурузу и на кашу, и все. То есть, а на крючки вешаю кукурузу. И, в принципе, блин, карпы всегда ловились на это все дело. Поэтому проверим сегодня. То есть, вот смотрите, вот каша. Видим там что-нибудь? Вот обычную перловую кашу. То есть вот, смотрите, о, каша, сюда, берем кукурузу маринованную, обычную, дешевую, можем без разницы, сладкую, да, сливаем воду, не в кашу обычно сливаю, не знаю, может она в кашу, может нет, его знает, и сюда высыпаем. Я обычно беру две банки. Одну банку, короче, полностью в кашу, килограмм каши, то есть один пакетик купил, сварил, чтобы была помягче, чтобы липло, да, то есть побольше чуть воды добавлять. Банку кукурузы и полбанки следующей, а полбаночки примерно вставляешь на крючки, вот, все. И все, то есть все просто.
вот эту смесь в пакете. Либо закидываешь руками, либо через кормушки. А вот это на крючки. То есть все просто. Вот смотрите. Берем крючки. Насаживаем столько, сколько влезет. Я обычно так делаю. Чем больше, тем лучше. Короче, вот так вот. Вот. Потом берем кашу. Наполняем, как говорится, кормушечку. Так. Во. То есть вот готовый заброс. Давайте попробуем попытать счастье, ребятки. Надеюсь, нам сегодня повезет. Первый рыдёха, лещ, ребят. Сейчас не оторвётся, правда. Вот, а, лещ. О, крутяк вообще, большой. Ху-ху-ху. Сегодня погода, конечно, стрёмная. Обещали вроде без дождей, но что-то хмурится как-то. Надеюсь, не будет. Ну а пока ждем, расскажу вам про рыбалку в Чехии. Вообще, на самом деле, я хотел сделать видео изначально. Даже, по-моему, где-то обещал. К сожалению, наверное, не сделал, не знаю. Короче, проблема в том, что кому нужна информация, как стать рыбаком в Чехии. Тем, кто здесь живет. И не знаю, много ли будет интересующихся на эту информацию. Напишите в комментарии, если действительно вам это интересно и вам нужно, я увижу это и когда-нибудь напрягусь и все-таки сделаю подробное видео, возможно, с интервью с людьми, которые работают в этих рыболовных учреждениях, и как бы сделаю для вас хорошее видео. А так пока просто расскажу здесь, коротко. Короче, во-первых, в Чехии очень много рыбы, она здесь реально кишит, но ее, главное, поймать надо. То есть динамитом нельзя, к сожалению, или к счастью. Но это шучу, конечно. Но на самом деле в Чехии очень классно все организовано. Все это, естественно, платно. То есть нужно разрешение, чтобы ловить. И не всегда можно любую рыбу ловить. То есть, да, по сезон, не сезон. То есть размеры минимальные на рыбу установлены, на некоторые виды. Вот. Но факт в том, что это действительно работает. Да, это платно. Но люди, которые работают в этих организациях рыболовных, за эти деньги, которые мы даем, они выращивают рыбу в специальных рыбниках. В конце года каждого делают статистику. Тот прилетел. Делают статистику, сколько где рыбы какой выловлено, в каком количестве. И потом это восполняют каждый год. То есть они в 2-3 раза в год в разные водоемы и реки, участки рыболовные, забрасывают туда рыбу, причем не мальков, а выращенных, нормальных, то есть, вот, скажем, карпов, минимальная длина, которую можно брать с собой, это 40 сантиметров, вот они таких и запускают, которых можно брать, то есть они взрослые.
И это работает на каждый вид рыб, то есть вплоть до сомов. И я считаю, что это правильно. Да, это не так уж и дешево, но, блин, они работают. Вот. Не как в отдельных странах, когда вводят плату за рыболовство, да, чтобы ловить рыбу, надо заплатить. Но они для этого, чтобы была рыба в этих местах, ничего не делают, тупо собирают бабки. Поэтому в Чехии очень классно организован в этом плане. Ну а чтобы стать рыбаком, во-первых, две вещи. Если вы турист, то смысла сдавать нет. То есть сдают экзамены, все эти документы оформляют те, кто здесь живут. То есть у кого есть long-term виза, либо как это, по воле не к побыту, долгодоби, да, по-чешски, то есть долгосрочная виза. Туристы могут взять просто, идти здесь. Существуют платные рыбники, где тоже много рыбы, за этим следят там, выращивают ее там. Но ты там платишь за то, чтобы ловить, то есть сутки сколько-то. Надо в прокат, берешь прокат, и есть места, где просто ловишь, отпускаешь, да, как спортивный интерес. А есть, где ты поймаешь, можешь купить и с собой забрать. То есть вот такие пироги. Но те, кто здесь живут и хотят ловить, тут необходимо пройти определенную процедуру. Необходимо. Во-первых, найти... Думаю, что поклев. Во-первых, найти, как его, рыбацкое отделение, то есть рыболовный, да, какой-то контору. В каждой части везде есть свои рыболовные конторы. Все это сеть одной организации, грубо говоря, рыболовной. То есть найти контакты или прийти туда, спросить там, я хочу поступать. И дают, скажут, вот тогда-то будут экзамены. То есть ты записываешь, например, дату, идешь домой, учишь на экзамен информацию вот эту определенную. То есть там, да, там всякая теория, административные вещи, виды рыб. И потом ты приходишь и сдаешь тест. Тест, не помню сколько, то ли 40, то ли 30 вопросов. Но там, короче, делится на две части. Есть теоретическая, где ты говоришь, там спрашивают правила ловли, там может быть минимальная длина, там какие-то организационные вещи, что нужно при себе иметь, что должен иметь проверяющий. Вот. И вторая часть – это виды рыб. То есть есть картинка рыбы, и ты должен написать название. Ух ты, как плещется. Ты должен писать название этой рыбы. То есть сдают везде по-разному, я не знаю. Я сдавал не в этом городе, не в Праге, и можно было вообще не учить. Но все же лучше прочитать хотя бы, чтобы знать, ориентироваться в этом вопросе. Ты сдаешь, тебе дают справочку или документик, что ты сдал. Идешь в администрацию, по-русски, наверное, будет здесь магистрат. Отдаешь бумажечку, тебе дают документ рыбака. Ты за него платишь, там, на 10 лет, если выдают, то 500 крон, если меньше, то там до 100 крон. То есть получаешь его, и это еще не все. После этого ты идешь опять в эту рыболовную контору и покупаешь себе разрешение. То есть разрешение дается на год максимум, можно меньше, но меньше обычно у них нету. Хотят, чтобы годовую покупали. То есть покупаешь ее и ловишь целый год. Короче, что поймал, записываешь. И в конце года надо сдать обязательно бумажку, по воленку, да, разрешение, где будет полностью написано все, что ты поймал. Они потом с этого делают статистику и опять же, да, добавляют рыбу. Все. И второй момент, если хочешь дешевле платить за поволенку, примерно в два раза, ну, может, полтора, можно стать членом рыболовного сваза, да, то есть союза вот этого ихнего. Ты платишь, естественно, членский взнос каждый год и обязан отработать бригаду, либо заплатить за нее. Но в итоге у тебя получается за поволенку в год где-то 2000 крон. Походу сорвался карпик. Вот. Короче, платишь за все 2000 крон. Если без членства, то примерно 3-3,5. И плюс здесь есть разные водоемы. Есть форелевые и не форелевые. Да. То есть форели вводятся, форели, лососи, все такие виды. Вне форели все остальные. Карп, щуки, сомы и все такое. И, естественно, они разные по цене. Вот такие пироги. Короче, ребят, если надо, пишите. Сделаю подробно, все расскажу, все правила и как все происходит. А сейчас давайте ловить. Хочу поймать карпа.
ребяточки. Поймал карася. Красава. Вообще. Это карась. Му, родной. Тихо, 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 тихо. Синоптики и метеорологи, которые прогнозируют погоду в моем телефоне, в Самсунге на андроиде, я вас ненавижу и презираю. Объясню почему. В 12 часов ночи было написано: солнышко, облачно. Даже ни единой мысли не было, что будет хоть какой-то дождик или капелька хоть упадет с неба. Написано было 0% влажности, то есть сухо. И что вы думаете? С утра действительно было идеально. Ветра не было, солнышко, облачко, облачка там кругом везде где-то чего-то. Я только распаковался, начало хмуриться. Я говорю, ну ладно, может быть, просто будет облачно. И часов с 9 идет дождь. То капает, то льет. Блин, уже почти 5 часов льет дождь. Как? Что вы там вообще делаете? Не понимаю. Как? Это лучшая работа в мире. Просто. Вот. Я такой чувствую, что там сидят ребята в конторе такие. И вот как в мультике в одном, в Лунтике было. Кидают дротики в стены. Там нарисованы вот облака, солнце, дождь, гроза, там снег. И вот куда попаду там. Трюк! О, завтра будет облачно, сухо, без дождя. Так и напишем. Ненавижу вас. Что рыбалку удалось. Поймал два больших леща и карася. Посмотрим, что будет дальше.
десятки. Вот она. Вот она. Рыба мечты. Где-то около 1,8 кг, наверное, 2. Ну вот и все на сегодня. Рыбалка подошла к концу. Я уже начинаю собираться. Сейчас буду удочки сматывать. Итог. Рыбачил я сегодня где-то с 8 утра до 7 вечера. Поймал 3 килограмма рыбы. То есть 3 по полкило и 1,5 это карп. Вообще сегодня было круто в плане того, что рыба как подготовилась к съемках. То есть сегодня поймали карася, 2 лещей больших и 1 карпа. То есть я вам показал настоящую чешскую рыбалку. И помните, все это было поймано только на кукурузу и на перловую кашу. Поэтому если у вас нет каких-то дедовских секретов, то не парьтесь, купите себе вот эти 2 ингредиента. И в принципе все, летом это всегда работает, 100%. Пишите в комментариях, если вам эта тема интересна, то буду продолжать показывать, как я хожу на рыбалку. Может быть, когда-нибудь поймаю сама, за ним я охочусь уже очень давно. Успехов всем, счастливо!